Белая глазурь на кулич готовится несколькими способами. Этот рецепт – один из классических вариантов, как приготовить глазурь на кулич, хотя она подходит и для пирожных, и для другой сладкой выпечки. Глазурь на кулич всегда готовят на основе сахарной пудры и яичного белка, а уже каждый кулинар может добавлять и другие ингредиенты по своему вкусу, например, молоко или сок лимона. Я предлагаю приготовить классическую белую глазурь, которая идеально подойдет для кулича или пирожных. Список ингредиентов в конце видео. 1. Потребуется минимальный набор продуктов и 20 минут времени на приготовление такой глазури. 2. Самое главное, чтобы яичный бейлок был холодным. Итак, взбиваем бейлок до состояния густой пены, постепенно добавляя сахарную пудру. 3. Сахарная пудра вводится постепенно, а в самом конце добавляется сок лимона, по вкусу, я добавила 1 столовую ложку. 4. Когда глазурь начнет тянуться, она готова. Если хотите, чтобы она получилась более жидкой, добавьте меньше сахарной пудры. Подписывайтесь и ставьте лайки. Вкуснее тем, кто подпишется. Ингредиенты. Сахарная пудра 1 стакан, яйцо 1 штук, сок лимона 1 столовая ложек, количество порций 1. Не пропустите самое вкусное, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Попробуйте и приходите рассказать о впечатлениях. Пока-пока!